Предупредила МЧС. А ливни в Петербурге в нынешнюю ночь. А наш город обойдет. Опять он стороной. Сейчас темно, не видно, но особенной-то облачности над нами нет. Так, меленький дождик сеет. И нет способа, хотя увидеть людям связь общего и частного помочь. Да вот записывать страстишки клипы, что любовь в общем дар прекрасное увидеть, не хомута себя не снять.